Ребята, всем привет! Сегодня у нас праздник. Праздник называется ЭГЭХ. И этот праздник для всего народа Саха. И сегодня у нас праздник проходит в село Сунтар, центр нашего улуса. И в нашем улусе живет где-то больше 20 тысяч человек. И давайте посмотрим, что такое праздник, национальный праздник ЭГЭХ. При входе вот такие колокольчики. Это у нас парк села Сунтар. И каждый, кто впервые заходит, должен постучать вот эти колокольчики. Сейчас у нас идет мероприятие открытия праздника. Праздник будет проходить двое суток, сегодня и завтра. Но основная программа, конечно, сегодняшняя. Как видите, очень-очень много людей. Сегодня 20 июня, и это у нас день солнцестояния. Это у нас главный алкашчик. Он закончил свой алкаш. Это означает, что он сделал подношение к огню. И теперь со своими спутниками покидают площадку. Все это время зрители стояли и слушали, и принимали его алгыс. Угощение для всех гостей и для всех зрителей. Yenili kurtar tut, gülün kürtten avlanmak. Kırak kentten uyaktak, ulu kentten uğraktak. Bütün kımız utadı. Это национальный напиток кымыс. Всем бесплатно, кто желает.
Всех позвали на единый национальный огохай. Огохай — это как бы хоровод. Сегодня на празднике будут очень много конкурсов. Один из конкурсов — изготовление специальных вот таких ярких красочных украшений для лошадей, для якутских лошадей. Лошади уже стоят, уже все нарядные, и жюри смотрит, оценивает, какой мастер. Давайте, ребята, пройдемся по парку нашему, что здесь есть, чего нету. Мы здесь видим очень-очень большую юрту по нашему урага. Это построено и сделано из бересты. Березовая кора. А что такое Игех? Игех — это для народа Саха, это как Новый год.
Мы народы Саха раньше, вот когда давно-давно Нового года у нас не было. Праздник Исых почему проводится летом? Потому что после очень холодной зимы, когда все люди, те люди, которые трудом пережили вот эту холодную, трудную зиму, длинную, когда зеленая трава вырастает летом, вот в это время все собираются аласами, полями и устраивают вот такой праздник, народный праздник. Очень много зрителей гуляют все вот таких национальных костюмах. Вы очень красивые. Красивые вы очень. Красивые. Старушки, прабабушки. У вас костюмы очень хорошие. Здесь у нас есть экспонат старинного дома. Дом по-якутски называется балаган. Вот такого формы, трапециевидной формы она бывает. И здесь примерные экспонаты. Вот тут получается амбар, где хранят продукты. И дальше очень-очень большой балаган. Ну, наверное, такие большие балаганы строили не обычные люди, а всякие там тойоны, наверное, не знаю. Мы пришли вот с того большого тюрьга, с поля. Это у нас второе поле. Здесь тоже очень-очень много людей собирается. Вот по всем этим вот домам будут проводиться выставки, всякие соревнования, концерты, музыкальные конкурсы. Все это мы постараемся, конечно, увидеть, если получится. Вот здесь тоже идут детские концерты. Здесь тоже очень много людей. И мы идем к направлению там, где здесь очень много уличных кафешек, стритфуд всякого рода. Очень много очередей. На Эгехе человек, который пришел на этот праздник, должен попробовать суп из потрохов и обязательно напиток кымыс. Кто шашлыки торгует, кто-то мороженые, конфеты детям. Итак, в обед я нашел вот такое место, где продаются суп из потрохов. Наш национальный напиток. Я желаю вам всем приятного аппетита. Тренер уже комулдан кирен барачилар. Билеллер эти коробы коддук василий тардырта локкуштах. Эппитим коддук жа юрес пилюкава иккисте болу хаджи утта. Манчара он ютувар ухис болу хаджи утта. Онан улахан оппуттах испатисмен. Это жа аканишка вандире кадан. Это жа бу бета жариктанар буллухтах. Урута то манна ухиактарга жавелинан кисерин кулачивет. Яра василий билеген это жа атакалыр. Так, ванна и кибира, кино лахсарнен кайли ситихер, аттиба Василий Сунтар, ванна ветеринарга мутурка. Каждый наш праздник
не обходится без спортивных игр. Сейчас идет борьба, еще будет масс-рестлинг. Борьба называется Хапсагай. С 20:00 здесь начнутся скачки. Сейчас скоро начнется, народ подтягивается, лошади там вроде готовятся. Во время конных скачек внезапно подошла гроза. Думаю, сейчас уже пройдет. Народ убегает. Yeah.
После конных скачек мы приехали обратно в парк. Здесь попили горячего чайку. Температура воздуха где-то 10 градусов. И несмотря на ночь, сейчас время 11:30 ночи. Очень много народу. Программа все еще идет. Какие-то танцы, концерты. И с 12 мы должны пойти на концерт якутской эстрады. Полуночной погохой. Несмотря на ночь, люди водят хороводы. Только что закончился концерт, 3 часа ночи, и как видите, у нас белые ночи, а сейчас 3:30 должна состояться церемония встречи солнца. Церемония встречи солнца. Солнце уже вышло, время 3:30. Вот мы встретили новый день, новое солнце, зарядились свежей энергией. Сейчас на улице +4 градуса, представляете, такой холод. Несмотря на это, очень много народу пришли встретить солнце, новый день. И все готовы к новой зиме. Как вы видите, вот очень много людей сидят,
по кругу. В середине стоит чан, а в чане у нас кумыс. Это настоящий кумыс, сделанный из кобылы, из молока кобылы. Все, что мы вчера пили, это был бульбах. Это не настоящий кумыс, а подобие. Делается из молока, коровьего молока. Эта церемония показывает, как Тоско. Первым наливают мужчинам, главе семьи и так далее. Орта дойду, үрдік айыларгар, урой! Урой! Еділлен, еділлебет, ие, жер, үде итчілергер, айхал! Айхал! Сақам серин, үде маны, үтік маны жонугар, тоску! Все, пиршество началось. Атырбыт сунтар охокайын санытан, кем кон кылақтақ коластақ, сергейсі береп кыл олын санытан, түрит түлгене тәні теғін доғыттар. Үле жұройдақ, сұруналыз жонлардақ, улуус бастын елеге, уруккута улуус кийне хаңалас кутанатыттан, томустуттар республикага беллер тойуксут. Это у нас не обычный напиток, а напиток с благословением. То есть церемония закончилась, вот эта вся церемония, вот она благословила вот этот напиток и раздала всем участникам, гостям. За ваше здоровье, ребята. Представляю вам звезду нашей якутской эстрады Сеола Виктор. Привет всем подписчикам Северного Патрика. Он мой друг с детства. Так что всем большой привет, с цехом.
Ну вот, ребята, вкратце, что успел показал. Вот такой у нас праздник ИСЭХ. Так что поздравляю всех с праздником ИСЭХ. Всем любви, здоровья, богатства, благополучия и, конечно же, удачи. Всем пока!